Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в 6 очень крутых игрушек. Но перед началом просмотра, друзья, не ленитесь, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новеньких видосиков. Кстати, видосики на моем канале выходят каждый день. Ну а мы начинаем с первой игрушки, и это у нас Harvest IO. Я уже разок играл в эту вот игру, мне открылся новый комбайн и новое поле. Первый раз буду играть, друзья, на этом поле. Кстати, друзья, предлагайте какие-то прикольные игрушки, я обязательно в них буду играть. Итак, смотрите, что тут нужно делать. Тут нужно собирать, получается, урожай, но лучше, конечно, здесь подрезать противников. Противники могут, в свою очередь, и меня подрезать, ребятки. Если они меня подрежут, будет все очень плохо. Вот, например, я сейчас хочу его подрезать. Давай. Блин, нет. Короче, о, есть, все. Ему хана, ребятки, он сейчас должен врезаться. Зажимаем его, зажимаем этого чувака. Нет, пока что еще никто не врезается, к сожалению. Но, друзья, я тоже могу в них врезаться, поэтому мне нужно аккуратно здесь ездить. Просто если мы с вами сейчас его подрежем, ребятки, мы очень много мяса с него возьмем. То есть, смотрите, все, есть, он готов. Мы его уничтожили. И сейчас мы собираем весь этот урожай, который он собрал. Смотрите, и бум-бум-бум-бум-бум, мы с вами увеличиваемся в размерах. Прямо очень мощно увеличиваемся. И смотрите, какие мы громадные. Мы находимся с вами уже на первом месте. Стоп, какой-то маленький был. Вот, маленький, а они обычно чаще всего подрезают там гигантов каких-то. И, кстати, очень большая вероятность того, что я могу сам врезаться в свой хвост. Да, такое тоже может быть. Вот это... Ого, какие два гиганта здесь, ребята! Так, их нужно как-то подрезать по-любому. Так, все, есть. Один там подрезался. Давайте мы тоже соберем урожай этот вот от него. Все, урожай мы собрали. Есть вероятность так, что я сейчас тоже могу врезаться куда-то. Так, аккуратненько, аккуратненько, теперь резко в сторону. Так, есть, хорошо. Ребят, мы с вами пока находимся на каком месте? На первом месте мы съели 50% всей карты. Ребят, 51% даже. Больше, чем эти все вместе взятые, да? Реально больше. Так, это у нас кто? Это, в принципе, он не очень жирный. Но его маленький подрезал. Что? Как это вообще возможно? Маленький подрезал такого большого? Ну, в принципе, да. Маленькие здесь чаще всего подрезают больших. Так, стоп. Я надеюсь, что я сейчас в себя не врежусь, ребятки. Есть! Кто-то там еще врезался в меня. Отлично. Собираем это все мясо, которое после него пооставалось. Все, конец, ребятки. Конец, мы с вами взяли первое место. Отлично. И что, у нас открылся новый комбайн или нет? Да, ребятки, у нас открылся новый комбайн и новое поле. Но играть мы в эту игру будем уже в другой раз. Ну, а следующая игра, это у нас Бравл Старс. Первую катку мы с вами поиграем за Динамайка. Играть мы будем в Столкновение. Постараемся взять, друзья, первое место. Но даже если я и не возьму первое место, следующую катку мы сыграем с вами, ну, например, захват кристаллов. Так, бежим быстренько лутать сундучки. Там вижу один сундучок пока что. Мы сейчас его быстренько забираем. Давай. Все, есть хотя бы одна банка, друзья. Это уже радует. Это, о, тут прям аж две баночки. Ничего себе. Это кто тут у нас? Смотрите, кто тут у нас за подруга такая мощная? Тут баночки лутает. Ладно, мы убегаем тогда отсюда. Так, и она тут в засаде сидит. Она думает, что мы ее не заметим. Да, ну все, их она. Прощай. Прощай, забираем ее баночку. Может быть, она, друзья, зависла, я не знаю, как бы, мне неизвестно. Так, давайте бросаем еще второй динамит сюда, и третий динамит сюда бросаем, и есть. Ого, ничего себе, мощный перец. Так, отстань, отстань от меня, пожалуйста. Так, все, у нас есть ульта, сейчас мы его ультой добьем своей. Давай. Есть, еще один разочек, и все, ему хана будет, друзья. Бросаем просто вот туда вот динамиты свои. Так, бьем его и восстанавливаемся. Ну ладно, он не хочет эти динамиты брать, а я вот их возьму. Да, я возьму эти динамиты. Блин, эту штуку, капец, я мог бы ее взять. Ну ладно, давайте мы пока вот сюда вот отступим. Так, ну мы можем пока кто-то вот залутать, ребятки. Лутаем быстрее. Так, есть, еще две банки. У нас уже с вами 8 банок. Ребят, осталось столько бойцов, в принципе, не очень-то и много. Так, этого тоже можно добить чувачка. Мы можем через стену прямо в него стрелять. Бум, отлично, прям идеальное такое попадание, знаете. Теперь туда, вот двоих сразу бросаем. А, вот, последний остался чувак. Ну ладно. Бросаем вот сюда вот, дальше вот сюда вот бросаем. Так, тут он пушку свою бросает на меня. Ну ничего, мы сейчас вот сюда свою пушку бросим. И бум, так, отлично. У него 7 банок, друзья, у меня банок чуть поменьше. Пусть он подходит ко мне сюда вот. Здоровье у него тоже поменьше, чем у меня. Так, стреляем в него, все, мы тут хилимся. Отлично, мы тут хилимся, нам здесь ничего. Нам ничего не угрожает здесь. Так, хорошо, чувак, подходи сюда ко мне. Подходи ко мне, бум. Так, сейчас ультой своей ударю, нет, не ультой, а нет. Да, друзья, хотя сейчас будет ульта. Ульта полетела, и до свидания. Все, прощай. Чувака мы разбомбили, ребята, было сложно. Реально было сложно, походу он довольно-таки неплохо играет. Но все равно мы с вами взяли первое место. Вторую катку мы с вами сыграем за... Сейчас я скажу, за кого. Вторую катку мы с вами сыграем за Шелли. Да, будем играть за нее. И выберем захват кристаллов. Я хочу просто жетончик выбить вот отсюда. Я в последнее время стараюсь убивать большие жетоны.
чтобы открывать новых бойцов. Раньше я, например, постоянно играл в свой любимый режим, это только столкновение. А сейчас я играю во все режимы, где я могу заработать себе жетон. Итак, наши друзья-союзники слабенькие. В принципе, мне не очень сильно нравятся наши союзники. Но что поделаешь, в принципе, игрушка... Как бы мы же сами не выбираем своих этих союзников и все такое, правда? Так, мы можем использовать наши жетоны. Так, того мистера Пи уничтожили. О, Роза. Роза подошла ко мне и забрала мой кристалл. Она там в засаде сидит. Да, кстати, вот за Розу можно играть в этот вот режим. Она так неплохо себя чувствует, в принципе. Даже очень неплохо. Так, Розочка, подходи сюда. Иди сюда, моя хорошая. Не хочешь? Не хочешь подходить. Ну ладно. Так, Кольт. Кольт, друзья, зверь. Но мы как-то тоже с вами рубанули. У нас уже 4 кристаллика. Сейчас будет 5. Все, держим позиции. Держим позиции. Никого не подпускаем сюда. Никого не подпускаем. Восстанавливаемся. Собираем кристаллики. Отлично. У нас уже 6 кристалликов. Этот, смотрите, они нас, получается, из-под тишка бьют. Так, этого мистера Пима сейчас добьем. Все, прощай. А, вот тут он еще каких-то своих пингвинят выпустил, да? Вот, Роза вот тут. Вот, вот там вот Роза сидит, да? Эту Розу можно тоже добить, мне кажется. Там парочка кристалликов у нее. Ого, Кольт подошел. Смотрите, он сейчас заберет наши кристаллики. Ребята, так... У них уже 9 кристаллов, что? А как это возможно, ребятки, как это возможно? Ничего себе, стратегически работают чувачки, очень стратегически. Так, у этих чуваков, у Кольта там в основном весь банк. Поэтому нужно срочно нападать на них, но он уже, все, мы проиграли, ребят. Мы проиграли, конечно, он затащил. Он, к сожалению, затащил. Так, давай, давай, не успели, ладно. Ну, бывает и такое, одну катку мы с вами выиграли, одну катку мы с вами проиграли, ничего страшного. Закрываем Бравл Старс, открываем другую игру, это у нас Tasty Planet Forever. В прошлый раз мы с вами становились на второй миссии. Давайте мы ее тоже быстренько попытаемся пройти. Итак, что мы можем с вами есть? Мы поедаем только собачек. И все, пока что. Велосипедисты мы кушать не можем. И они, кстати, врезаются в нас. То есть они наносят нам какой-то урон. Ребят, ну долго я не буду в эту игрушку играть. Но она такая, знаете, на любителя. То есть кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Это как бы старенькая такая вот игрушка. Друзья, вы предлагайте в комментариях какие-то тоже крутые игры. Я обязательно буду в них играть. О, тут прям очень много песиков. О, все, уже пешеходы могут. Есть, это уже хорошо. Велосипедистов еще не могу, а пешеходы уже, друзья, с вами можем поедать. Значит, быстрее будем прокачиваться. Так, следующая прокачка когда будет? Через сколько? Сколько мне нужно этих чуваков съесть? Так, велосипедистов еще не могу. Пока что. Это что, типа песики такие какие-то? Да вообще пудели, да? Да, это, наверное, какие-то пудели. Так, еще тоже не могу. Потом, по-моему, машины появятся. Мы с вами потом сможем машин там поедать. Потом вообще, друзья, будем города поедать, представляете? А в конце мы сидим вообще всю планету. Мне кажется, ну, как бы я не знаю, потому что я до конца никогда не доходил, но мне как почему-то кажется, что мы реально съедим с вами всю планету и уже начнем поедать, не знаю, галактику нашу, да, нашу вселенную начнем поедать. Ладно, стараемся сейчас поедать именно велосипедисты, потому что за них больше всего массы дают, нет смысла поедать там что-то маленькое такое, потому что, ну, реально... Самые жирные это у нас велосипедисты. Ну, пешеходов тоже можно поедать. Конечно, пешеходы, видите, сколько сейчас много стало. Реально очень много. Чувак, стоп. Давай уже прокачивайся. Че он такой еще маленький? Сейчас карта увеличится немножечко. Еще чуть-чуть, и карта, друзья, увеличится, станет большой. И мы с вами тогда сможем поедать кого-то другого. Давай быстрее уже. А, все, кустики, друзья, кустики самые жирные. Ладно, поедаем все кустики и увеличиваемся в размерах. Так, еще тут пару кустиков осталось. Та-дам! Есть! А, все, миссия выполнена. Это было довольно-таки легко. Ладно, ребятки, закрываем тогда эту игрушку. Открываем следующую. У нас впереди еще сколько? 3 крутых игры. Это, кстати, новая игра, новая платная игра. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Ну что, погнали. Что-то тут мы делаем. Мы тут, получается, только с вами прыгаем и все. Ну, на данный момент, да, наверное, только прыгаем. Хорошо. Ну, я вообще не понимаю, почему она платная, эта игрушка. А, эти штучки, смотрите... Короче, мостики раздвигаются сами. Ничего себе, я ничего не делал. Я просто подхожу к этому мостику, и он... Вернее, к той преграде... А, двойной прыжочек. Так, tap to jump, окей. Ну, либо на пробел прыгаем, либо мышки прыгаем. Короче, смотрите, вот эти вот... получается, преграды, они открываются. Ну, мы к ним подходим, и они открываются. Ладно, проходим дальше. Пока что, друзья, все очень легко и просто. Даже очень легко и просто. Это типа вторая миссия уже? Серьезно. Подождите, а почему так легко? Ну, игрушка платная, ребятки. Если она платная, значит, по-любому здесь какой-то подвох должен быть. То есть она по-любому должна быть какая-то интересная, ну, как минимум. Так, это мы проходим, и это тоже мы проходим. Прикольно, так плавненько открывается все, да? Ладно, следующая преграда, которая откроется. Это, наверное, папа того шарика, да? Ну, давайте посмотрим, а что теперь нам нужно делать? Так, а, теперь мы управляем за верхнего, да? Теперь мы можем, получается, вперед-назад ехать... Точно, а что нам нужно тут делать? Ну, короче, ладно, давайте продвигаться вперед. Продвигаемся, ребятки.
А, я понял, это я открывал эти штуки, ребята, видите? Это я их открывал, типа. У этой девочки есть папа, который ей помогает, да? Ребятки, все, первая миссия пройдена. Вот теперь я понимаю, что здесь нужно было делать. То есть, вы теперь поняли, да, почему автоматически открывались эти вот всякие преграды? Это, типа, мы с вами их открывали. Ну, по крайней мере, вот сейчас мы с вами их будем открывать. А, вот, смотрите, ребятки. А, тут нужно быстрее, быстрее бежать, бежать и открывать. Все, отлично, мы с вами все открыли. Если мы не успеваем с вами это все открыть, походу, что она проигрывает из-за этого. Ладно, давайте будем наперед тогда с вами проходить. Вот так вот открываем еще вот эту вот штучку. Открываем вот эту вот штучку. Так, а, you can fast follow. О, отлично. Отлично, отлично. Мне нравится то, что можно ускорять. Так, а, вот так вот можно делать. Все, я понял, ребятки. Смотрите, ну это как бы упрощает немножко. Давайте пройдем тогда еще пару миссий. Смотрите, оп, мы можем это все тоже ускорять. Но мы с вами будем ускорять только тогда, когда мы уже с вами все выполним. Так, ладно, падаем сюда быстрее. Оп, первая преграда открыта. А как нам с вами... А, блин, прыгать здесь нельзя, ребятки. В чем прикол, что прыгать нельзя. Так, открываем еще эту преграду. Берем еще вот эту вот монетку. Какую-то. Так, это получается конец. А нет, это еще не совсем конец. А вот это вот уже конец. Все, проматываем. А, не, стоп, ребята, не конец, не конец. Блин, прикольная игра, мне нравится, реально. Как бы не зря я заплатил за нее денежки. Так, все. Эту миссию мы тоже прошли. Давайте мы пройдем с вами еще, друзья, одну миссию. Последнюю. Так, что у нас сейчас какое-то видео будет? О, Chapter 2, отлично. Так, что сейчас? Tap to start. А, сейчас мы, друзья, тоже, получается... Мы управляем за вот этот вот шарик, мы можем только прыгать, и все, больше мы ничего не можем делать, только прыгаем, и все. Ну, тут, наверное, будет что-то еще добавлено вот в игру. Так, please hurry, там что-то you can faster, короче, что-то типа я могу быстрее это все типа делать. А, все, смотрите, наш шарик уже быстрее катится, да? Реально намного быстрее катится. Ну, короче, друзья, вот такая, в принципе, игрушка. Я думаю, что если она вам понравится, то типа, то пишите об этом в комментариях, я могу там почаще в нее играть. Так, да, видите, наверное, тоже наш папа, он там открывает эти вот все препятствия, которые у нас на пути возникают, да? Ладно, друзья, давайте будем закрывать эту игру. Мы так очень долго в нее играли. Открываем предпоследнюю игру, это у нас Train Taxi. Продолжаем играть, мы с вами остановились, я не помню на какой миссии, но это у нас получается типа бонус миссия. Собираем просто денежки. Сейчас едем наверх и направо. Погнали, все. В принципе, вот эта вот миссия, друзья, у нас выполнена. Бонусная миссия пройдена. Отлично. Сейчас вы, друзья, посмотрите, что эта игрушка из себя представляет. Но, может быть, кто-то из вас как бы не видел еще. Вот я просто уже раньше играл в нее. Я прошел, наверное, не знаю, миссий. Сколько? А, вот, 12-я миссия. Видите, вот 11 миссий я прошел. Я же помню, что как бы это же не первая миссия. Типа, сегодня будет продолжение. Да, сегодня мы продолжаем играть в эту вот игру. Так, собираем всех клиентов. И главное, друзья, здесь не врезаться в себя. То есть это самое главное, что не нужно делать. То есть в себя врезаться нельзя. Так, теперь этих вот подбираем, отличненько. Теперь вот сюда, вот есть, все. Миссия пройдена. Друзья, на идеальном мы с вами ее прошли. Я, по-моему, за все время только один раз врезался, либо что? Так, сундук. Это типа бонусный сундук. У нас есть типа лучшая награда, то есть поезд. Оп, нет, не открыли, не открыли. О, кристаллики даже какие-то. Ну ладно, ладно. В другой раз с вами откроем поезд. Либо, конечно же, за денежки мы с вами можем его купить. Так, попробовать бесплатно. А, ну давайте попробуем бесплатно, ничего себе. Так, ого, это у нас какой-то Пикачу. То есть, если он мне понравится, то игрушка, ну типа, разработчики рассчитывали на то, что... Блин. А, я думал, что я уже врежусь. Разработчики рассчитывали на то, что я типа куплю VIP. Ну нет, VIP я покупать не буду, конечно же. Потому что эта игрушка мне не настолько нравится, чтобы я сюда донатил. Так, и еще последнего пассажира забираем. Есть. Ну все, короче, мы теперь играем за обычного поезда. То есть это самый простой поезд. Собираем сначала вот этих вот клиентов. И вот этих вот собираем. Все, тут у нас уже никого нету. Отлично, сюда мы можем уже не возвращаться. Это у нас, типа, видите, остановок очень много. Тут есть, так, кстати, хорошо, что здесь только остановок. И все, миссия выполнена. Отлично, давайте пройдем еще с вами буквально несколько миссий. И будем играть в последнюю игрушку на сегодня. Это Майнкрафт. Не знаю, друзья, наверное, что сыграем какую-то мини-игрушку в Майнкрафте. Какую, я еще не знаю. Но, короче, какую-то мы точно сыграем с вами. Прикольненькую мини-игру. Есть. Все. Друзья, проходим последнюю миссию. Вот это самая последняя миссия, которую мы сегодня с вами пройдем. Я надеюсь, что я не врежусь. Но сегодня я еще ни разу не врезался. Это радует. Реально, это очень радует. Потому что я играю в эту игру второй раз. Ну, а первый раз, когда я играл в нее, то тогда я, друзья, врезался. И все, собираем последних клиентов. Да, ребятки, отлично. Закрываем эту игру и открываем Майнкрафт. Ну, а сегодня...
сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в мини-игру, которая называется Hide and Seek. Друзья, выбираем блок, получается, мы с вами выбрали обычный деревянный блок. Если так получится, что я буду водой, да, если я буду ловить, ничего страшного. Если мы будем прятаться, будет вообще мега круто. Постараемся с вами как можно дольше, типа, находиться как бы в тени, да, чтобы нас сразу не поймали. Так, ладно, давайте мы тогда пойдем с вами... О, давайте мы где-то вот сюда вот сейчас спрячемся. Так, тут я могу где-то спрятаться? Нет, тут я не могу прятаться. Тут тоже, блин, палево, ребятки, пока что палево такое, капец. Сейчас уже вот эти вот начнут нас ловить, охотники. Так, тут что у нас? А, тут можно наверх вылезти. Так, вылазим наверх и... Так, все, все. Ну, иди отсюда, чувак, ты че? Так, мы с вами зашифровали, смотрите. Смотрите, как я зашифровался, блин. Просто не видно издалека. А, во, отлично. Смотрите, круто, да? Крутая такая шифровка. В принципе, очень крутая. Я думаю, что мало кто догадается, что здесь кто-то есть. Ну так, ребятки, пока что проверяют. Ничего себе, сразу проверяют, ребят. О, есть! А, блин, капец, уйди отсюда. Блин, двоих поймал, вы представляете? Какой чувак жесткий. Ладно, ребят, мы с вами уже ловим, в принципе, хорошо. Все, стартуем, короче, стартуем, погнали, погнали. Короче, а, вот, все, там еще одного поймали. Короче, ребятки, я, как я вам уже сказал, то есть максимально будем скрываться, но меня бы очень быстро поймали. Значит, сейчас мы с вами будем сами ловить чуваков. Так, там можно было кексы выбирать, поэтому есть вероятность, что кексы это люди. Потом полки, тоже подозрительные полки тут стоят, да? Реально очень много подозрительных полок. Эти тоже штуки можно было туда вот выбирать, то есть можно было за них играть. Блин, если бы еще, знаете, например, вот в этой игре как было бы прикольно, чтобы, например, вот максимум вы можете там, например, 20 раз проверить. Есть, все, уничтожил чувака, отлично. Максимум там 20 раз можете проверить и все. А мы можем проверять очень много раз, то есть. Тогда больше шансов было бы именно у тех ребят, которые прячутся. Так, я уже, в принципе, друзья, одного поймал. Это уже радует. Так, Хайдерс, еще 6 чувачков осталось. Всего-то на все. По-моему, там такие блоки были, не были, но он бы даже туда и не спрятался, даже если бы и были. Так, это что? Это обычные кексики. То есть это не игроки у нас. Ребят, напишите в комментариях, какая ваша вообще любимая мини-игра в Майнкрафте. Если, например, она не одна, то напишите там две, не знаю. Просто я вот, как вы заметили, играю частенько в мини-игрушки. Не, туда, наверное, нельзя выпрыгивать. И я вот хочу играть вот именно в те мини-игры, которые вам нравятся. Я могу выпрыгнуть наверх туда? Да, могу. Только под этим вот штуком могу. Давайте я сейчас это и сделаю. Так, оп. Паркурим. Так, теперь вот сюда. Блин. Короче, наверное, что туда все-таки нельзя прыгать. Ладно, ребятки, у нас с вами осталось еще 2:40, то есть 2 минуты 40 секунд, чтобы найти... А, последнего, ничего себе. Последнего челика нужно найти, капец. Так, ну давайте будем искать. Ну, по-любому где-то спрятался вот в таком месте, прям на виду. Вот реально, если знаете, есть такая поговорка есть такая. Если хочешь что-то спрятать, поставь на самое видное место. То же самое и сейчас. Так, а зачем я проверяю те блоки, которые как бы сегодня не прячутся? Так, еще что там? Еще один. Блин, 2 минуты осталось. Давайте ищем все его. Срочно ищем. Так, эти блоки, по-моему, могут быть. Так, тортик. Тортик. Да, это не то, что я подумал. Это не игрок. Тоже не игрок, ребята. Блин, а где же он? Где же он? Блин, 2 минуты осталось, ребят. Короче, наверное, какой-то профи, да, спрятался прям очень жестко. Представляете, его ищут 19 чуваков и не могут найти. Ну как так вообще? Там даже по теории вероятности мы уже, по идее, должны были его поймать. Но нет, ребятки, еще пока что мы его не поймали. Так, you have... Чего? Full? Что-то там у меня full уже, я не понимаю, что? Но что-то full. Может быть, из-за того, что я... А, это двери, да, типа? Это двери, я понял. Может, из-за того, что я часто бью эти блоки? Не знаю, ребята, не знаю. Ну, точно не он, потому что его бы уже 10 раз уничтожили здесь. Так, наверх я не могу выпрыгнуть. А может быть, все-таки возможно как-то выпрыгнуть наверх, ребята? Давайте попробуем как-то с вами туда вот запрыгнуть. Так, как же нам это с вами сделать, а? Так, а если мы запрыгнем вот на вот этот блок, на вот этот блок и вот так вот? Оп, блин, не, ребят, не получается. Наверное, все-таки что-то там какие-то невидимые блоки стоят. Так, 1 минута осталась, ребята. 1 минута, и мы с вами проиграем, блин. Походу, что все, мы, наверное, проиграли эту катку. 50 секунд, друзья, остается 50 секунд. Ну же, давай, чуваки, бейте просто все, что только можно бить. По-любому он где-то смотрит на нас и тупо угорает с нас, ребят. Ну, по-любому, просто берет и угорает. Так, ладно, уже просто все... Разбиваем все блоки подряд. Вот какие блоки видим? Да, видите, там стекло стоит. А как пройти туда?
Так, 30 секунд осталось, game over. Есть, seek are the winner. Мы нашли, да, ребята, мы нашли, отлично. Там все-таки нашли того чувака. 30 секунд он не дожил, представляете, как не фартануло. Ладно, ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новеньких видосиков, которые, кстати, выходят каждый день. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока.